Дорогие друзья, добрый вечер, добрый вечер. И действительно, говоря добрый вечер, сейчас на самом деле вечер, а не то, когда я говорю это где-то в час ночи или так далее. Вот, сейчас, ребят, я вас немного обманул, сейчас будет не дотка, сейчас будет, будем играть с Кексом мы в героев третьих. Наконец-то это случилось, и Кекс, я готов, все готовы. Ребят, Джебус, выход стандартный 1-1-3, скорее всего, ну, очень невероятно быстрый. Большинство, скорее всего, не поняли, что я имею в виду, но, в общем-то, как-то так. Что ж, да и поедем, наверное. Очень скоро, сейчас только нам надо сконнектиться с Кейком, это займет примерно минуты две, так что через пару минут, ребята, я вернусь. Я вернусь через пару минут. Я попросил Кейка тоже включить стрим, и вроде как он включит, но сейчас он немного занят. Возможно, он сделает через полчасика или где-то так. Ну, посмотрим. В общем, это уже вопрос как бы не ко мне. Так, 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 так. Вот мы уже почти что переконнектились. Думаю, можно еще, в принципе, позвонить Кейку, чтобы все это сделать. Так, что-то Кекс ко мне не присоединился. Так, трубку что-то не берет. Алло, алло. Алло, алло, алло. Алло, Кекс. Кекс, ты пропал? Алло, Кекс. Алло, здорово. Кекс, не пропадай. Не знаю, что пропадаю. Ты законнектился? Законнектишься? Ты создал? Не, я ничего не создал еще. Я пока жду, пока ты присоединишься. А, еще же эту забыл. Конечно, VPN, TeamViewer, Кекс. Ну, блин, ну, хочется же сделать какой-то контент из этой игры, Кекс, а мы просто не можем по TeamViewer соединиться. Давай прям по-серьезному все вот это вот. Я темп, самый серьезный. Все, темп не будем терять и так далее. Единички терять, когда это можно. Не, единички. Кекс, ну давай только еще знаешь что, поскольку мы не совсем жесткие, давай все-таки по одному рестарту оставим. Как тебе такое? В смысле, не рестарт, а по одному лоду. А, сейву. Все, понял. За рестарт, я думаю, ничего себе. Не, рестарт это понятное дело, там все по стандарту. Ну, Кекс, ну если нет расклада, то что делать? Не обосраться же, правильно. Так, а замки как мы выбирать будем? Кекс, ну черкать будем. Черкать опять? Конечно, конечно. То есть опять за те же замки играть, я так понимаю. Блин. Да, кстати, надо Джебус как-то другой поставить. Я потому что я смотрел, как там играют, Кекс, там, блядь, трэжак чуть ли не больше, чем твоя. Да-да-да, XL, все. Мы же в прошлый раз обсуждали. XL разве? Ну, а как его еще больше его не поставить? А ты Элочку, мы Элочку играли, да? Да, мы Элочку, XL там. Ну давай, XL. По-мужски давай, XL. Так, что с замками, давай. Видишь, да, это? Да. Так, что тут? Касса, Вартавр, Инферно, Некра. Ну, блин, Некрами это такое. Ну, давай. Чиркай. Кекс, а как тебе? Я, наверное, как тебе фулл рандом, Кекс? Давай, без проблем. Фулл рандом? Артефакт. Ок. В смысле, фулл рандом, Кекс. Ок. Все, поехали. Быстро, окей, го. Давай, давай, Кекс. Сейчас мы просто, сам понимаешь, на всем умеем, на всем абсолютно. Ты, кстати, как, свой стрим будешь рубать? Да, сейчас. Ой, какой замок. Так, а я что там получил? Камушков получил немного, леса, ага, замок. Можно, в принципе, спалить, что за замок, у меня фортресс. Ну это да, посмотреть можно, у меня оплот с золотом.
Плод. Так. Ага, 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 стандартно. Так, еще бы знать, здесь таверна. Так. А, вот она и есть. Сейчас я встречу. Ой, приятный молодой человек. Спасибо. Не, это я не тебе, Кекс. Спасибо. Так, тут тоже мясо, мясо есть. Не, ну в принципе... Так, нормально, что у нас здесь, значит? Что это? Эти ребятки охраняют Пандорочку? Да ну. Так, а здесь я, по идее, могу пройти. Если нет, то это грусть. Печаль. Я бы доктор писал, сыграй за некрачей, только не за оплот. Было за меня оплот выпал, короче. Лолк. Так, ладно, смотрим, что тут. А Макс еще шарит тоже, да? Ну, ему смотреть ему интересно. Понял. Так можно... А, заставочку Дрюса бери. Да, конечно, ребят, конечно. Я еще и музыку сейчас героев уберу, потому что что-то... Что-то она не по шансам идет. Так... Бам-бам-бам-бам. Сейчас я тоже кое-где звук уберу. Так, блять, не main меню, return to game. Слушай, ну прям, ну смотрю, такая картка-то солидная получается. Так, ну все, пошло, пошло. Вообще, я, конечно, понимаю то, что в героев третьих играть, сидя в скайпе с оппонентом, это не то самое, как правильно это делают, но просто-напросто учитывая то, что мы днище, я думаю, нам позволительно. Правильно, Кекс? Возможно, да. Попросить совет друг у друга. Да. Кекс, а вот я хочу, чтобы мне тоже вторая неделя была, неделя гидр, чтобы мне плюс 5 их бахнуло. А три нычки там драконов не хочешь? Тогда уж три нычки гидр давай. Так, ну в принципе, хотя нет, пасфайнинг это точно не будет мейном. Вот отлично для мейна у него специальность Eagle Eye. Глаз орла и мудрость есть. Все, в принципе, нормально. Сейчас сразу, короче, беру Пандорку, там, левелапаюсь, там, значит, мне телепорт. Все дела. Так, что нужно, значит, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Слушай, ну в гидр так-то легко выйти, Кекс. Конечно. Ну главное будет только выйти. Гидр это ладно. Так не, это Джебус. Надо как бы на пятый день, наверное, уже ставить этих гидр. Ну, если так, ты гидр поставишь, тоже очень хорошо. Второй. Ну, третий, не обязательно. Четвертый, пятый. Да. А, ну на шестой минимум. Обязательно ты 7 юнитов это за цитадели, это чудик. Если ты их не поставил туда, все плохо. А за остальных. Не, на пятый, на пятый. Так важно. Не, ну как сказать, Екс? Как сказать? Короче, ну мне не знаю, мне почему-то. С мейном у меня сейчас пока еще непоняточки. Хотя я думаю, это нормально, потому что я даже еще не ходил, блять. Конечно, нормально, ты еще сейчас тучу героев пересмотришь. Кастинг проведу, Кекс. Да? Я провожу кастинг. Пока ну и как у тебя там? Бородатый дед один побеждает. К сожалению, идти пока некуда. Так, ну у меня вопрос, могу ли я здесь вообще пройти наверх? Потому что, а хотя с другой стороны, у меня все равно тут три дороги. Это у нас куда ведет? Это, походу, вторая, это самая, как ее? Ну, ты понял. Угу, конечно, понял.
Ты же написал This is Dotka. Да, ребят, сначала написал, а потом подумал, как же сильно мы хотели с Кейком поиграть в героев. И написал потом, что будут герои. Пфф, что за говно игра, графон никакой, геймплей дерьмо, Go Battlefield, Дрюс. И смайлик такой вот этот вот с пухлыми щечками. Да-да-да. Дред, у всех просто это маленькое решение в героях стоит и тебе стоит. Стоит и тебе стоит. Если стоит и тебе стоит, то стоит, наверное. Да, мало кто может смотреть в будущее, Кекс. Да. Бля. Чё, Кекс, 1-1-1, всё, слился? Нет. Давай, давай, тащи, тащи, Кекс. Так, мастеры, гремлины. Что тут? Ага. Дред, смени грунт, ты что-то так, а я сменил. Вот, а вообще, ребят, сейчас достаточно стримов по Доте. Сегодня очень интересный день на Старладере, так что... Очень интересно. Так что, ребят, что тут скажешь-то? Сейчас просто стрим в удовольствие, грубо говоря, и... В общем, каминное счастье и так далее. Вот, ну а попозже уже, понятное дело, мы начнем там играть в какие-то другие игры. Так что, ребят, не стоит писать в чате, что мы делаем хуйню. Мы делаем просто свое удовольствие. Правильно, Кекс? Конечно. Мне, на самом деле, после вот прошлого раза очень герой захотелось поиграть. Почему-то, не знаю. Да. Да. Пандорка. Что-то так смотрю на нее, на эту Пандорку. Я охраняю 2049 волков. Волков грейженных. Но, блин, я чувствую то, что там сейчас будет 49 их. Потому что есть мельница. Так. Камни кожи есть, значит. Ага, четверочки. Скорость. Ага, ага, значит. Ага, вот так вот делаем. Берем элементалиста. Сколько у них скорости одинаковые. Тогда буду с бабочками ходить, Кекс. Буду бегать. Давай, с бабочками. Давай. Так, пак эльфов здесь у нас. Золотишко берем. Ага. А, ну по болоту с бабочкой это я хорошо прошелся, хотя выбора особо не было. Ну ладно. Странная тема. У меня в героях нижнюю панель не видно в любом случае. Короче, даже если я... Как-то я перемещаю. У тебя нет такого? Ресурсы у тебя видны? Да, все стрим. У меня видно. Странно, у меня нет, короче. Так. Тут блок стоит. Да что же вы за... делаете-то такое? Этим я лучше блок, хотя какая разница. Тут тоже блоки, конечно, неприятные. Один у топа охраняет, другой массу говна. Массу говна охраняет? Да. Но играть можно пока что. Ну и все, самое главное, Кекс. Так. А если что, всегда есть 1-1-2. Да. 1-1-3.
Все, все, все в атаку. Ой-ой-ой. Так, ты же не хочешь сейчас бить, правильно? Свой хорошо. Так, ну бабочки, ну и хуй с вами. Шо вы мне нужны-то? Правильно, Кекс? Правильно говорю? Правильно, правильно. Ну, бабочки, шо это за говно вообще такое? Так... херню какую-то сделал. Вот, вот так вот. Там ГО, судя по всему. Чё нашел интересного? Да что-то пока ничего, Кекс. Вот некр у меня появился, но вот, учитывая мое мастерство некромансии, Кекс, даже пока не знаю, что думать по этому поводу. Радоваться или... или не радоваться. А как зовут некр? Некр зовут Айслин, Кекс. Понял. Так вот и зовут его. Так... Что здесь не так? Что-то здесь не так. Ладно, ты пошел отсюда вон. Ага, и здесь блок стоит таки. Я понял. Тут еще гранды эти чертовы. Да, блок очень неприятный, Кекс. Где? На дороге прям? Ну, на одной из дорог. Не, у меня по стандартному гарпии сотка. А, ну все. В этот раз, правда, не прыжи. А, это тут еще же не пройти вообще никак, да? Так, что-то с грандами связываться я не особо хочу, честно говоря. Так. Так, так, так. И денежек что-то нету, Кекс, совсем. 1-1-1 можно взять. Ну, всегда можно взять 1-1-1, Кекс. Да? Почему же нет-то? Вот этот блок. Вот этот блок, Кекс. Что-то мне он вообще не доставляет. Так, а чё она умеет кастовать-то вообще? Ну, вот если бы знал еще. По-моему, она жесткая. Да, очень жесткая. Одна из самых жестких вообще, что есть только. Кто? Мерланда, Кекс. Мерланда. Very powerful персонаж. Так.
Ну ладно, ты дом пока подожди. Кекс, ну пока я не слишком-то доволен, скажу так. А чё не взял? А чё рестартик не взял? Ну так надо посмотреть, что у меня там дальше стоит. Тоже верно. О! Ну, вообще, с большой вероятностью это будет 1-1-2 кекс, так скажу. Жаль. Ой, жаль. Кто-то комментировал, что там Дред делает, а то нихуя непонятно. Ну, ребят, сейчас просто как бы разведываю территорию. Вот, посмотреть, что у меня вообще есть. Стоит ли играть, потому что можно взять рестарт. Три рестарта на первом дне. Получается, один, два на втором дне и один на третьем. Почти правильно. Ну, там, короче, три дня рестартов, в общем. А у меня хороший расклад, мне нравится. Хорошо тебе. Может, не могу быть? Вот. Ну, что я могу сказать вообще, потому что я вижу. У меня нету мейна, по сути, толкового. Единственное, это, наверное, какой-то вот этот вот молодой человек. Ну и то потому просто, что он сможет сейчас сбить очень неплохо всех, учитывая его специальность, то, что птички будут летать на один быстрее. В итоге на своей земле они будут 11 летать. Вот, и надеяться там то, что мне придет какой-то мейн. Ну или, ну, не крит я вообще что-то не хочу, потому что я сейчас начну делать как рак. У меня только один некр. Я буду бегать со скелетами по болоту. Буду это делать все очень медленно, очень плохо. Вот, поэтому это я тоже не имею. Но с другой стороны, у этого парня есть специальность метеоритный дождь, с которой можно будет попробовать даже взять уважаемых тех виверн, пробить блок, но тоже такое себе, честно говоря, может и не взлететь. Ну, типа, сейчас надо просто посмотреть, что у меня, что за ГО. ГО — это главная охрана, выход, соответственно, в центр карты. Вот. На данном шаблоне это, собственно, главная задача — выйти в центр карты и там начать поднимать приколюшки. Вот. Ну и посмотреть, что у меня вообще есть. Потому что то, что я раскрыл здесь, это меня вообще никак не радует. У меня здесь нету, ну, ровным счетом, ни, собственно говоря. Вот. Ой, как хорошо-то. И вот эти вот фразы от Кекса, ой, как все хорошо-то, меня тоже немного заставляет задуматься. Я могу рассказать, но если ты рестарт берешь, то точно. Ну, обязательно расскажешь сейчас, я просто же понял. Ой. Лучше не прибыль. Так, Кекс, а ты, кстати, уже стримишь? Mm-mm. Я что-то подлагивал, я пока вырубил. Ну ты врубай, врубай. А какой шаблон? Джебус играем. Да больше мы ничего как бы с Кексом не играли, не умеем. Но я так понял, на самом деле Джебус это самый такой дефолтненький, то есть как бы тут... Чем быстрее ты выходишь, тем лучше ты играешь. Там нету каких-то сложных ситуаций, как там, допустим, в этом 8mm6a или что-то такое. Там, где просто ты должен по всей карте успевать летать, там, с телепортами и так далее, все чистить и так далее. Тяжело. Дрю, скажи Кексу, чтобы стрим поднял. А я уже сказал, ты, видимо, не услышал. Из-за дилея, возможно, или из-за чего-то еще. Хотя, я думаю, на самом деле можно было брать на первом дне рестарт из-за вот этого блока. С другой стороны, у меня еще есть три дороги. Хотя, четыре дороги это как-то слишком совсем жестко. Ну ладно, посмотрим. Вообще интересно, правильно ли мы вообще играем Джебус на XL, Кекс? Просто вот волнует этот вопрос немного. Мне кажется, да, потому что я говорю, там, ну, действительно какой-то слишком маленький был. А может, нам просто с Стрижаком не везло? Не, нет, не может быть. Там, типа... Он действительно очень маленький был. Понял. О,
Вон, я ж играл до этого. Макс пишет, Хекс блефует, у него все хуево, он тебя на рестарт разводит. Хекс, это правда? Да. То есть ты пользуешься тем, что мы находимся в скайпе, да? Да. Играем официальный матч в скайпе. Да. Не бери, пожалуйста, рестарт. Дредхекс наебывает. Он начал стримить, но у него через окно просвечивается покер, поэтому он вырубил. Не, у меня лагует. Дрон. Делайте зарубу на 3 плюс рыл. На 3 плюс рыл это очень долго. Это вот ждать. Это вот кекс один ходит. Кстати, нам надо с тобой, кекс, добавлять таймер. Я тебе так скажу. Давай. Вот обязательно. Мне кажется, это больше не на руку. Если будет рестарт, то обязательно их сделаем. Кекс, я не уверен уже, кому это на руку. Раньше это было тебе на руку, а сейчас уже непонятно. А, вот тут скинули ссылочку с шаблонами, но... Так, на стороне... Где Джебус? Так. Map settings Excel. Без подземки. Ну да, Excel. Time limit 10 минут. На ход. Ну да, кекс. В общем, Excel играет, судя по всему. Дрюс, поздравь меня с днем рождения. Рейндер, с днем рождения. С кем Дрюс катает? С Кейком? Да, мы с Кексом. Просто он молчит, он это думает. Там у него, я думаю, конечно. Сложная ситуация. Здесь думать надо. Конечно. Это тебе не чашки, правильно? Или не ТТТ, где всегда просто стрелять нужно. Ой, Андрей, бери рестарт уж лучше. Неинтересная игра будет. Сейчас посмотрим, Кекс. Раз так говоришь. Хочешь скриншот тебе пришлю? У меня тут, в принципе, все в один экран вмещается. Не, не надо скриншот. Раз. Четыре. Пять. У меня еще этот форт. Форт на горе, или как он называется, появился, но его нельзя использовать. Типа это чит. Приятно, на самом деле. Чего, форт на горе? Ну да, как-то так называется. Типа этот, который улучшает всех юнитов. А. Ну, за бабки, естественно, но это, типа, в любом случае. Понял тебя, Кейкс. Чё-то ни хрена я не нашел, на самом деле. Ладно, блин, надо пробивать, посмотреть. Блин, мне очень расклад нравится. Ой, ебать, что тут есть? Ебать, у нас. Надо всегда Excel-ки играть, короче, я понял. Что там, все здорово? Сразу нычки, улики, артефакты, утопы. Ой, блин, хотелось бы, знаешь, что, чтобы у тебя был примерно такой же расклад, и мы бы играли. Мне кажется, вообще бы весело получилось. Не, Кекс, у меня даже не примерно такой же расклад.
Ну, бери листа. Типа, я тебе серьезно говорю, если ты даже сомневаешься, то я тебе говорю, что у меня все очень круто. Скриншот прислал. Я не знаю, есть все, что мне надо. Просто все. Понял. Я типа могу начать рассказывать, потому что я не могу. Блять, еще один блок из этих гремлинов странных. Ладно, Кекс, давай. Подожди, да я похвастаюсь, что у меня давай. Было. Ну я это. Короче я... Давай, я создаю. Раз, лучше ты создай. 2, 3, 4. 4 улика прям рядом с замков. Нычка единорогов, пегасов, драконов. Тоже рядом с замком. Угу. А, утопа, конюшня и рынок, короче. Че еще мне. И склепов дофига. Че еще мне надо, я хз просто. Я понял тебя. Я создаю, да? Да, у меня Кекс был один улик. И, блядь, блоки везде. А ты много разъедал вообще? Да не очень, я тебе скажу. Я вот блок гарпии пробил, слил вообще все мясо, но пробил его, заходи. Ну и кентавров маленько, но типа он надо бы пробить, я его пробил, там еще один улик и пегас. То есть, ну, типа вообще отличный расклад, типа вот на таком, может быть, даже я бы смог выйти на каком-нибудь там второй неделе в начале, если бы сходил правильно. Ну, цепочки построил, имею в виду. То есть, ну, берешь пегасов, берешь коней, берешь драконов. Блин, походишь. Хочу, чтобы Андрей пару игр в War 3 сыграл на развитие. А, кстати, это мы с Кексом тоже, опять же, можем. Да, но в это я не смогу сейчас, пока не верю. Да. Уж у меня пакет. War 3 Брэд, тоже. Поздравь моего братюни Макса с днюхой. Поздравляю, Макс, с днюхой. Счастья, здоровья. War 3 по хардкору прям как-нибудь забиться, будто я... Да, да. 2 на 2 быть. 2 на 2, ФФшечку там, сделать клан свой, клан вары играть. Блин, с другом. Это вообще круто. Я помню, раньше все, знаешь, заходили все на канал и пытались там, типа, создается канал, там, клан, там, заходите. Да, да, вот да. Все заходят, и каждый пытался вождем стать, короче. Ну, шаманами, вождями. Да. Назвали бы, знаешь, как клан? Назвали бы его Жотом. Почему Жотом? Жотом Цианид. Ты не помнишь, что ли, легендарного такого игрока? Цианид? Жотом Цианид, да. Цианид, что-то помню, а Жотом... Или, подожди, или не Жотом. Короче, не помню, как он назывался. Так, что ты поставил? Вот стоп, надо этот, как-то там с ходом, с временем. А, да это при старте нажимается. Опять рандом или что? Ну да, фулл рандом, Кекс. Так, тогда я жму... Я могу еще хэндикап красный, поставить тебе. Могу хэндикап поставить, Кекс? А, не, не могу. Ну, да, спасибо. Я красный. Давай хотя бы. Давай настроимся. На ход поставь 10 минут. Да, да, сейчас поставлю. Так. Стартует таймер после нажатия ОК. Шахматный таймер. Или что, как? Шахматный таймер давай сделай. А как его настроить? Сколько подписать? Там видел, дается тебе время изначально, грубо говоря, на игру. Плюс тебе добавляется заход. Вот, ну, и я понимаю, забой, да, каждый. Шахматный таймер, но тут... Короче, ладно, Кекс, давай, не будем париться, просто ставь 10 минут на ход и поехали. Если все было так просто. Ладно, я ставлю... Ага, я его менять не могу, здорово. Он сам ставится, я понимаю. Короче, ладно, тестовый старт, потому что я ничего изменить не мог. Тестовый старт, а что там в тестовом старте было? Ну я типа этот шахматный таймер не мог редактировать. Это плохо. Сейчас посмотрим, сколько удастся. Ну если там нам ничего не добавляется, это как бы плохо. Короночка, ой, и под... А, Кекс, ну вон, минута на ход. Мне, я думаю, не хватит. Создай ты, у меня минута не редактировалась. Я не мог изменить. У меня Кекс оплот был. А у меня цитадель и лагерь наемников без охраны. Слышь, подожди, дай его зачищу, мне интересно. Что-то. Кекс, давай, быстрее стартанем. Так ты ж создавай, я же говорю, я... Все, я не... создал уже. Сейчас... Андрей, знаешь, что было в лагере наемников? Чего? Золотой дракон. Ну, нормально. Покупаю. Сука. Бля, ну что ж, не везет. Почему им? Не везет тебе, Кекс, ни хрена себе не везет. Почему я таймер не смог поставить? Ты представляешь, на первом ходу золотой дракон? Да. Пиздец, просто пиздец. Как что не везет-то, Кекс? Господи Иисусе. Блин, ну представляешь, сейчас бы мы играли с тобой, я бы говорил, какой у меня хуёвый расклад, а сам бы с золотым драконом с первого хода ходил. Да, сколько у него скорость?
18, по-моему. Нормально, в принципе, чего-то. Антимагия там до 4 уровня. Еще конюшню там какую-нибудь рядом, кекс, там, знаешь, еще это перчаточки, ботинки на мувпоинты и... Блин, сейчас 4000 бы бегал. Твой IP забыл. 7.30, 244, 16? А я не помню уж, кекс. Ну там же написано в TeamViewer. Так да, только у меня что-то. По-моему, да, по-моему, 16. Блин, Андрей, я расстроился, я хотел с драконом. Кекс, заходи давай. Я захожу, да. Так, Джебус. Excel, главное. Excel, без подземки, нормал. Причем там охрана халявная, автобой практически без потерь. У меня вот единственное, что было приятное, это у меня этот ГО, это питлорды. Хотя, ты знаешь, приятно, неприятно, они демонов еще плодят там. Может... Ну там на труп встаешь единичками. Может быть неприятно. Так, чё, Кекс, поехали? У меня неправильно отображается, ты что-то не то сделал. Чё? У меня неправильно отображается, что-то не то сделал. Ну смотри, вроде все так сделал. У меня... Вот сейчас. Ничего, но... Вот короче, сейчас. Чё-то ты не то, пощелкай там все заново. Так, давай пощелкаю. Сука, я бы даже застримил, как я с золотым драконом ГО беру на первую неделю. Ты менять только должен шаблон и размер карты, все остальное ну, стоит. Все. Все появилось. Все, я готов. Тебе жми бегин и меняй там таймер. Так. Первую, ну то есть там 10 минут, плюс там каждый ход по 5. Нет, там больше ставится, если шахматный. Давай поставлю 30, плюс заход по... 5 минут? 6, давай, 6 минут и забой по минуте. Бой в минуте, это еще бой-то это долгое время. Ну, ставит мало вообще. Короче, 30 плюс 6 плюс 2. Посмотрим, эксперимент. Посмотрим, как давай. Пойдет. Так. Просто надо до нажатия ОК, типа думать, что ты будешь делать. Блин, такая пруха, два раза подряд. И два листа. Так, ну смотрим. Супер, пацаны. Плеер, сколько минут у меня на ход? Всего 30 минут есть. Опять я плот. Рыбу дали. Опа. Молодой человек с эльфами. Это приятно, это приятно. Ох. Так. Ага, ага. Ну почему? Блок номер один. Я тоже. Нет. Ну, блок так-то неприятный, но... Вроде бы пробиваемый, насколько я знаю. Угу. Товарищ с баллисты без баллисты. Молодец. А у меня касл. Самый сильный замок. Еще... Все не прет тебе, кекс. Да, еще бы архангела какого-нибудь сейчас в лагере наемника. Так, что у нас здесь? Ага. 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 Вообще, я думаю, кстати, когда вот такая хрень, профики заживил, всегда таверны ставят, чтобы смотреть, какая армия. И это как раз-таки на тот случай, если, например, твой соперник достает какой-нибудь золотого дракона на первом ходу, ты смотришь это и берешь рестарт, даже если у тебя все здорово. Подожди, а таверну в это повторке, в смысле, как это называется? Ну да, во втором замке. Понял тебя. Потому что, ну, типа, она довольно быстро открывается, по-моему, на Джебусе там. Смотри, у меня коттедж дварфов есть, кекс. Ну это... Так, а это что за замок? Что это... А, Хилфорд, это вот там, где грейдится, да? Да-да-да, нельзя его брать. Типа. Нельзя его брать. Ну, если сейчас тебе золотой дракон, походу его можно будет брать. А у меня тогда получается архангел без построения этого здания. Блин. Так. Что ты здесь не можешь, что ли, пройти? Так, понял, это бьем. О, фигасики.
Пингасиков берем. Так, пингасиков берем. Идем сюда. Вот. То есть хекс, получается, мне рестарт уже нельзя брать, да? Почему можно? Ты же на 1-1-2 взял. Ты сейчас можешь взять рестарт. Ну вот на 1-1-2 я не смогу уже взять, правильно? На 1-2, 1-1-2 нет, уже не сможешь, по идее. Уже не смогу. То есть лучше сейчас решаться. Плюс ты сам знаешь, я обычно все свои рестарты беру, так что я, если в следующий раз говно появится, то, скорее всего, тоже рестарт будет. Ну нахер вы здесь встали, чертовы грифоны. Вот вам плохо, что ли? Уёбки. Так, короче, ладно. Сейчас я тебе все сделаю. Сейчас я все будет. Тебя надо было грейдить, наверное, этих кентавров. Ну ладно. ЛС, он и есть ЛС. Так, вот так. Так, так даже. Угу, здорово. С книжки. Ну, с тактикой, в принципе, нетрудно будет, наверное, их взять. Ну шо, кекс, давай пробовать. Блок пробивать? А, они же еще на своей земле. Какие молодцы-то, а? Так, так вот, вот так вот. Так, а 55 кентавров их бахнуть, интересно, 2, 3, 55. Да, должны бахать. Так что ответку сбивать смысла мало. Ну-ка нахер от гномиков, блядь! Кикс, ты представляешь, до гномиков доебались. Кто, грифоны? Грифоны, да. Сказал нахер от гномиков! Гномик, держись. Ой, кентавры, кентавры, не сдавайтесь, блядь. Хорошо. Так, ну отлично, кекс, я отвоевал этот самое... Дорогу? Ожерелье... Дракона? Океанической... Как там оно называется, даже не помню уже. Короче, полезно очень ожерелье. Очень полезно, это все правильно понял. Так, ну и время брать баллистика без баллиста, наверное. Да, все, у меня теперь есть баллиста. Все здорово. Точнее, ох, вейт, у меня нету баллисты, но она могла бы быть. А если герой, насколько я помню, в первой двойке, он уже там баллисты не может быть. Да?
Ну, это типа как это, с армией, типа... А если герой приходит первый, или второй, ну вот в это, в двойке, в первой, там есть армия. Так же и с баллистой. Понял. Плохие по-моему новости, текст для меня. А там что-то есть, какая-то система, то есть не может она просто так не повести. Понятненько. Так, этот артефакт даже, честно говоря, брать не очень-то хочется. Кекс, ну я пока тебе не могу сказать, беру я рестарт или нет, как бы тут такое. Ну, в смысле, ты пропустить ход хочешь? Хотя, учитывая то, что у меня 4 персонажа на первой неделе, ну-ка посмотрим. Вообще золота, по сути, ни хера нету. А, нет, вон склепы. Конца одна есть. Топка есть. Уже, в принципе, здорово. А, вот еще медузники всякие разные. Ох, ну ладно, Кекс, я решился, я пропускаю ход. Может быть, баллиста Кекс пиздит. Я вот тоже думаю, что он пиздит. Чё может быть баллиста? А? Чё может быть с баллиста? Может быть баллиста, если не второй, не в двойке, если. Хочешь сказать, что тебе просто не повезло? Возможно. Ой, ебать, тут богато как все. Ой, это никто не охраняет, как мило. Так, а что-то у меня из мяса осталось. Вот эти вот подруги. Можно, в принципе, еще гномиков набрать себе. А, вот, сейчас надо дендроидов в идеале поставить, чтобы они впитывали. Ну и с Мейном у меня опять, собственно говоря, веселые приключения. Хотя вот эта подруга, по-моему, может быть Мейном. Лакус. Как зовут? Лакус. В целом, ну у нее как бы тактика advanced, но вот так-то это, по-моему, неплохо. Так, а этот парень с отличными усами. Мастер баллисты, но, к сожалению, баллисты у него нет. Вот так он тоже мог в целом стать мейном. Ну да, пока только вот эта подруга что-то может. Да, бывает, Андрей, там на вторую неделю кто-нибудь придет, так что не пасть. Так я еще сейчас героев-то только 4 взял. Как же интересно смотреть стрим, когда ходит Кейк. Да я не знаю, Кекс, врубай стрим. Что ты это... Андрей, самое? Ну подлагивай. Подлагивай. Да я быстро. Конечно. А вот тут еще я кое-что не заметил. Приятная штучка. Верно. Ой, еще одна приятная штучка. Кекс, да я тут что-то не замечал парочку вещей. У меня, оказывается, тут есть что поделать. Есть что поделать? Да. Ну, хорошо. Только где у меня ГО, я вообще понять не могу. Жопный. В очке, думаешь, Кекс? Да. Понятненько. Консерватория грифонов еще есть, Кекс. О, вот тебе пруха, то гномы, то грифоны. То гномы, то в натуре. Лакер, ПСДЦ, чё-то. Чё-то в Глоссяндр. Глоссяндр, лакер, чё-то пиздец. Дред, курим кальян, спасибо за поздравление. На братюне Макса пропустил его, поздравь еще разок. Любим твои стримы. Макс, с днем рождения. С днем рождения тебя. И правильно, что ты пропустил. Все-таки день рождения, что ли, правильно? Че стрим-то смотреть? Парень с отличными усами, Вада. А у кого-то есть фотки Вады, кстати говоря? Дрюс, показываю экран через TeamViewer. Да я думаю, Кекс включит стрим скоро, правильно, Кекс? Да, наверное. Ну, наверное, говорит. Так, не, ну в принципе, да, тактика вторая, у меня сейчас, я загрейжу кентавров, скорее всего, и будет, в принципе, возможность пробивать. Только зачем я тогда этого товарища увел так далеко? Будет возможность пробивать ранжевиков, типа вот этих вот орков, типа вот этих вот магов, которые, кстати говоря, в мили тоже лупят очень неплохо, так что... О, Кекс, а я еще тут кое-что не заметил, оказывается. Рассказывай, рассказывай. Представляешь, я как раз тут думал. Нычка, давай, нычка драконов еще не заметил. Не пизди.
Не мог ты не заметить. Пойди разводишь меня на рестарт. Да? Кекс, тебе осталось только думать. А я подумаю. Только на 1-1-1 ты не бери кекс, чтобы это... То сейчас еще потом на 1-1-2 возьмешь и вообще будем неделю играть. Ну, Андрей, извините меня, не надо было до этого рестарта брать. Не сейчас надо, я... Посмотрим, пока просто не густо. Так, раз... Ебать, хватить как густо. Раз, два, три, четыре, пять... Ну, короче... Так. Я создам. Ты создай. Кекс. Ну, чё, ну... Огорчаешь. Я не специально. Тут. Ну, на первом прям сразу. Ну, что ты, я как не знаю. Ну, первый блок, второй уже не смог пробить. То есть, жесткий какой-то. Кекс, ну всё, я создал. Давай, выходи. А у меня кекс, правда, неплохо получилось. Там уже видел как бы два улика, утопку, конца, нычка драконов. Рынок тоже есть. Конюшни, только кекс нету, чё-то. Чё-то да, совсем и в лагере наёмников драконов. Тухлый расклад. Так, ну и чё, Джебус, всё, вроде правильно. Там ничего, там сохраняются, по идее, строечки. Поехали? Поехали. Так, 36-2. О, опять оплот, прикольно. У меня два раза оплот был. Приятненько сразу штука. Блин, ну дороги, конечно, печалька. Кекс, ну пока что мне нравится то, что я вижу. Уже нравится? Да. Ну я типа, конечно, не видел, что еще там, но знаешь, так вот, если ты второй ходишь и вот смотришь на то, что у тебя есть, и, в принципе, довольно-таки набираешься уверенности немного. Только вот, к сожалению, этот шаг тебе мне не выпал, но, в принципе, нормально. Прикольно. О, чё я нашёл? Это вот то, что я нашёл, это уже достаточно, чтобы играть этот расклад. Мне единственное, дороги не нравятся, вот эти кривые. Ну всё, кекс, играем тогда. Да, похоже на то. Давай, ход отдавай и поехали. Не, подожди тут. Так, а всё, ты же уже играешь, кекс. Ну. Да, я играю, тут долго ходить, судя по тому, что я нашёл. Долго, понял, сейчас туда вернусь, кекс. Давай. Врубай стрим. Заебал, гострим, да. Кекс. Кекс, заебал, гострим. Единственная дорога не очень. Посмотрим. Кекс, ну давай, значит, рассказывай. Что там? Ну чё, мне пришёл некромант.
Ага, так. Лежит. Лежит эта накидка вампира. Накидка тут рядом. вампира. Так, некроманта. Вот. Некромант, а какой некромант? Вампира. Нормальный Чарна. Нормально? Галтран есть? Галтран сейчас придет, я думаю. Ну да, скорее всего. Придет, правильно? Вот у тебя вот нет маргинальных раскладов, у тебя или все очень херово, или все очень хорошо. Ты его даже не думаешь, играть то это не ты играть. Ты уже говоришь, что это очень хорошо. Ну я так-то понял, что тебе сейчас тоже будет приходить, сейчас ты будешь начинать это вот у меня вот то-то, вот то-то, то-то. Сейчас там Виндомин, еще пару некромантов придет. А ты кто, кстати говоря? Сейчас посмотрим. Оплот, я оплот, да. А, я, кстати, не вижу кто-то. Сейчас не крить буду с этими лучниками. Ну, правильно все. Вот, первые пошли скелетики. Вот тут склепов 5 штук. Вон, сейчас. Все пишут, Кекс заебал, гострим. Давай, Кекс. Сейчас, ну, погологую. Сейчас я разберусь, типа, схожу и посмотрю. Я ж не специально, что я капризничаю-то. Да что ты капризничаешь? Лагует. Ой, утопка. Чё, прикольно. Утопка? Да. Утопка, сладкая пупка. Дороги, конечно, просто печаль. Ходишь, ну, 5 секунд, у меня уже... Тоже, у меня уже тоже с дорогами проблема. Ну, понятно, да. Они так, все а кто там сейчас на Старладере играет? Нави ПР все еще бахают? Нави ПР там... Артфайт. Вот когда ты жмешь просто по помощнику, и у тебя бот автоматически считает, что обойти дорогу будет быстрее, ты понимаешь, насколько эта дорога хуёвая. Не, если что, 1.1.2 есть, поэтому я тут ничего не настрою. Ладно, поехали. Посмотрим на второй день еще. Вообще, ну как бы дороги, они у обоих. То есть тут это на обоих. Поэтому ничего страшного. Правда. Но неприятно, конечно же, в любом случае. Спектравл Лейте там не может инвокера убить. Нави ПР. Инвокер жарит. Так, а нахера я вывел все войско? Ладно. Дебил он, в принципе, в Африке дебил. Да, Кекс, дороги, конечно, классные. Чувствуешь, да, как герой бегает? Очень-очень нравятся дороги. Я вообще ни разу не видел, что какие-нибудь профики на этих дорогах играли. Кажется, они рестартят, а, ну, типа, как бесплатно вместе. Все плохо, но я просто нихера не вижу.
Хотя, с другой стороны, я вижу одну, эту самую, одну концу уже, один улик. Но, блядь, ну дороги... Я говорю, это... Давай-давай. Мы на них будем 100 лет играть. Да, гол. Я предлагаю вообще эти дороги не играть, типа, ну... А, ну, как бы это понятно, что это кал. Так, Кекс, давай, хастуй. Стоп, ты хастуешь. Ну ладно, Кекс, давай, я хастую. Мне очень понравился, типа, вампир мой, но... По этим дорогам я пробежал там до одного блока, и все, ход кончился. Не очень весело. Я зашел. Хвост отдался, лол. Сейчас ПСДЦ будет, походу. Дорожки поинтереснее. Да, и замок поинтереснее. Ну вот и, в принципе, и мейн как бы наклевывается. И замок, да, Кекс, поинтереснее, тут не поспоришь даже. Блин, играл в такую мапу? Нет, а что это такое? Как, не играл? Там, короче, ниндзя бегут в город украсть монеты, короче. Они убивают... Там, по-моему, все друг друга с первого удара убивают. Самурай охраняет, соответственно, моменты. У всех там ловушки какие-то, невидимости. Там. Блин, играл, короче, в эту мапу, не старая. Warcraft. Охуеть. А, не, ну вот хотя бы за метло есть. Погнали. О, мне один из лучших артефактов дали, прикольно. Прикольно, действительно. Не кольцо вижу. Плюс один, плюс один. Ничего плохого в этом не вижу. Лол, плюс один, плюс один? Да. Ну, удачи, мораль, но это типа из стартовых один из лучших. Типа атака и защита, естественно, получше. Хотя, кто знает, сам знаешь, когда там кто-нибудь удачкой бахнет в нужный момент. Ну да, да. Потом проморалится какой-нибудь. Так, я же хотел... Бля, ну стрелки нет, это неприятно, конечно. Ой, герои приятные, вторые какие. Один Салмир, второй с этим, с баллистой. Здорово. Опа. Привет. Вот я умею поставить героя, так что прям очень удачно стоял на дороге. И на уголок дороги имеешь в виду? На дороге прям. Прям на все... уголки надо. Блин, что-то у меня стопадом вылился. Денег что-то нету. Да, ну хотя что, денег сейчас получим. Блять, что ж я не взял-то армию-то с собой? Шо за ЛС?
Ладно. Так. Ладно. Хосты нету. Хосты как нету. Дела? Потихоньку, Кекс, потихоньку. Так, 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 так. Вопрос, кто будет ходить первые лучники мои или вот эти вот подруги? Вот эти вот подруги, отлично. Отличненько. Не эти долетают, значит, да? Сколько у вас? Четыре. И у этих четыре. Что ж, ладно. Жесть, у новей игры. Два дня подряд биг камбэки. Хотя, может быть, и неплохо делаю. Ответку не сбил. Отлично. Смотри, если все хуёво, могу я рестарт. Не, ну а чё, сам понимаешь, если типа все хуёво прям. Жопу рвать. Действительно. Без вейта, да? Ой-ой-ой, как подставил-то здорово. Ой-ой-ой. Ну, с другой стороны, ребят, это же мясо все, правильно? Зачем мне мясо? Правильно, Кекс? Да, ну, наверное. Видишь? Хоп, и все. И гремлины абсолютно не нужны уже. Сейчас подвинем еще зомбика сюда поближе к нам. Все, в принципе, стандартно довольно, ребят. Тем временем 10 минут таймера уже съел ты. Путный. Кекс, ну, ну что ты это начинаешь-то? Что-то у тебя там нормально все, я так понимаю, так долго не ходит на говне. Да я с этой, со склепом дерусь. А у тебя оплот или кто-то? А, касл, касл. Бегаешь? Касл, касл. Я очень грамотно в данный момент вожу лучниками зомбей. Эпичный ретард, блять.
Отлично, наконец-то. Ладно. И не... Это вы чё так слабо, ребята? Короче, поспешишь, людей насмешишь. Слыхал о таком? О чем? Поспешишь, людей насмешишь. Да. Вот я насмешил людей, в принципе. Нормально, развлекательный стрим. Да. Амулет of the Undertaker. Здорово. Нету. Нет? Но могу я взять. Да. Ну если все дерьмово, давай бери. Да я не могу сказать, что все очень дерьмово. Я вообще не знаю, что сказать, Кекс. Собственно говоря. Опа! А у тебя стрелка была, что ли, молодой человек? Действительно. Теперь у тебя есть стрелка. Так, а ты куда пойдешь гулять? Пока непонятно. Это что такое, знаешь, подставная хрень, которая заставляет сворачивать с дороги. Вот так это неприятно. Какую-нибудь мельницу охраняет с изумрудами, да? Какое-нибудь дерьмо, да, охраняет. Не, ну, тут даже не с изумрудами, а серый какой-то. Черный рынок. Вроде как не так плохо. Но с другой стороны, все дерьмо. Не, Кекс, я, наверное, не буду рестарт брать все-таки. Давай. Все-таки я буду тащить, как лев, этот расклад. Отлично, у меня... Господи, что за ситуация? У меня тут два черных рынка, короче, и охраняют их маги. Одни архимаги, вторые маги. 2049 и тех, и тех. Здорово. Да, клево. Халявная. Действительно. Охрана. Так, а тут что? Некромант. 20 маны. Да, Кекс, я уже так здорово походил. По времени-то. Я тебе говорю, да и ты дольше, чем я ходишь. Все, давай, удачи, Кекс, удачи. Угу, так, Андрей. Так, так, так. Андрей, ну я тебе спешу, не знаю, что сделать. Обрадовать или огорчить, ну типа я рестарт беру. Ты тут... Обрадовать все-таки. Потому что у меня блок на охране. Злые глаза, артефакт говно. Ой, на охране. Это здорово. Твой последний, надеюсь, Кекс? Нет. Ну я, блин, ну блок, сам понимаешь, что... Кекс, вот ты еще пертый в том плане, что ты все свои рестарты знаешь делать или не делать на этой самой... На первом ходу. Ну я разве... На первом дне. Да я вроде как тоже по максимуму бегу, подараюсь, а все жопу залезть. Не всегда получается. Ну, рили, тут я выхожу из замка, вроде.
что не предвещает беды, и стоят глаза. Такие, мы охраняем медали. Надо? Спасибо. Рестарт. Готов? Поехали. Да? Такие вот они делают. Блять. Смотри, что, сразу? Новую. Смотрю. Решение за... Давай сразу. Блин, у меня герои хорошие попались. Да пофигу. Ну, на этих дорогах реально эта игра будет просто в полтора раза дольше. Да даже больше, мне кажется. Так а это что? Ты, получается, ты меня рестарт засчитал из-за дорог, Кекс? Нет. Почему? Ты ж первый самый рестарт на 1-2-2 взял. Ну, 1-1-2. На 1-1-1 то у меня стал. Я разобрал еще один? Да. Ты... Ну ладно. Так, ну что, ты заходишь? Не, ну ты хочешь, возьми, я ж не против. Да не, Кекс, ничего, я это самое, я на любом раскладе, Кекс, понимаешь? Если он потяжелее, это только интереснее. Надо было первый самый играть, самый тяжелый, мне кажется, был бы. Или второй с драконами. Погнали. Поехали. Ой, как здорово. Ой, как здорово. Андрей, я не знаю, что сказать, но... У меня типа два хорошие дороги без охраны валяются. Кекс, ну чего, играем, значит? Не, ну это за тобой же. Ничего, у меня рестартов нет уже, Кекс, все нормально. Мне все нравится. Мне вот этот реслет, на самом деле, уже, Кекс, нравится. Не начинаем, у меня же есть еще рестарт. Приятный такой. Понял. Так что, Кекс, я не вижу причин расстраиваться, то что у меня нет рестартов. Ну вот. Со старта мне как бы 11 орков дало почему-то. Но я не расстраиваюсь, Кекс. Расстраиваюсь. Не расстраиваюсь. Волки там. Будет печалиться, вся жизнь впереди. Вот и я думаю. Блин, тут еще мясо тонна просто. Короче, Кекс, мне везет, я играю. Так, ой-ой-ой, там лол, ПР и Нави выигрывают. Уже давно они все не закончатся. Так.
Хотел я сказать уже Кексу, что ты долго ходишь, но потом вспомнил, что на первый ход я потратил 12 минут, поэтому, пожалуй, склеп там троечка выпала. Вот я и волновался, нервничал. Я сейчас тоже на склеп нападаю. Правильно, склепы — это здорово. Все, ПР победили у Нави. Да. Так, что вот это такое? Оу. Я понял. Я понял. Все в порядке, вроде как. Ой, блядь. Я великолепно играл. Здорово, классно. О, это интересно. Что там, Кекс? Битва? Битва, драки? Да не, вот кончился, битва кончилась. Пам-парам. Я хочу напомнить, что я еще покерец. Ну все, твой ход. Быстренько, уверенно. Так, сразу, наверное, вот это вот сделаю. Просто без раздумий лишних. Так, вот это. Так вот. Улыбка на лицо сразу такая. И блок один гол стоит. Крэк хэк, да, там сейчас все нормально. Как ты это знаешь? Не знаю, все. Смотрю стрим твой, все понятно, видно. Все, в таверне узнал. В таверне сказал. А, ну все, то нормально, играем дальше. Все, хорошо. Все, играй. Играй. Слышь, не говори мне, что делать. Играй, я тебе говорю. Не говори. Хочу говорить буду. Все, говори, когда хочу говорить. Умник какой нашелся. Спасибо. Можешь дипломатию вкачать, как думаешь, Пепс? Да. Почему нет? Отличная способность. Согласен. Так, ой, а это что? Это грифончики стоят. Но так, насрать на них, ведь они не блочат ничего, правильно, Кекс? Да. Ну вот видишь. Так, поглубже. Что у нас здесь? Грифоны поглубже. Ну здесь... Злые глаза. Черные глаза. Злые черные глаза. Так.
Что я бить-то могу? Пока не ясно, пока непонятно. Валеска, хотя бы понятно, мейн кто будет. У меня пока... Хотя есть тут приятно. Валеска, Валеска, Львица. Львица, привет. Привет, Львица, Валеска. Валеска, тебе уровень надо, Валеска? Где обойдешься? Не, хороший тут пришел геройчик тоже. Будет мейном, наверное, пока что. А ладно, Валеска, бери уровень. Бери. Будешь продвинутый лючник. Валеска соска. Так. А я смогу сейчас забрать это нерезно? Сколько там, три чудика будет, я не знаю, тяжело довольно-таки. Хотя мяса довольно много, поэтому можно попробовать. Да, попробуйте, Андрей. Я только, я думаю, полармии прозру, но я думаю, можно... А, бой. Попробуй. Вам потом это не пригодится. Что? Мясо. Ну, сливай все. Ну, хорошо, попробую. Я так-то просто не знаю, но если ты думаешь, ну, попробуй... Ну я же не знаю, что там бить хочешь. ГО уже хочешь? Да, все, выход. 1-1-1. Слыхал о таком? Стандартный. Ну в центре-то как бы больше это ресурсик. Так, я не понял, почему это вот тут так и вот тут так. А, надо же еще вот сюда заскочить. Ой, эксперт. Господин эксперт-хак. Можно еще сюда, в принципе, заскочить, чтобы побить. Все, еще один парень нормальный приехал. Кекс. Вот он, ход настоящий. О! Мастерский. Конечно. Мастерский хуясь. Да. Как это здорово, когда у тебя денечек нету. Зато два артефакта ебанутых лежит на дороге. Прикольно. Ладно, пока Кекс сейчас будет ходить, я думаю, я 3-минутную рекламную паузу оформлю, ребят. Обязательно. Обязательно. 15-минутную. Своих турниров-то. Ой, сори, я это вслух сказал. Спасибо. Я тебе желаю только победы в турнирах, Кекс. А что за турики-то хоть? Да, ничего особенного. Блин, Андрей, я не знаю, типа, походу карта багнутая. У меня 3-й артефакт лежит на дороге. Кекс, радуйся, радуйся и подбирай. Ну, то есть, ну понял, если хорошо, у тебя лежит, значит у меня тоже будет где-то лежать. Ну чё, понял, о, 4-й, хорошо. Кекс, ну чё мы поделаем, а чё за артефакты? Книга там земли, все дела у тебя, да? Нет, кольцо +1/+1, кольцо +1 хп, какая-то руна, знаешь, как руна выглядит. У меня, и амулет тоже... +1 скорости. У меня, по-моему, тоже, кстати говоря, это самое, лежит там один. Без охраны. Что-то это, видимо, багнулось. О, еще один артефакт без охраны. Слышь, что-то, короче, багнулось, рили. Короче, не знаю, Кекс, давай уже поиграем. Похуй, играем. Это просто ГСЧ решила, что все у нас слишком плохо, нате вам артефакты, играйте уже. Ну, скорее всего, да. Я бы вообще на твоем месте с ГСЧ не спорил, учитывая то, что ты сейчас в покер играешь. Не, в ГСЧ все понятно. Ну вот именно, а то сам знаешь, карма дело такое. Так, карма, Кекс, торт. Ну давай, я сейчас карты все на стол выложу или не выложу, Кекс. Ну как. Значит, смотри, нычка гоблинов есть одна, Кекс. Два улика и такие два юзлесных строения, две нычки бегемотов, Кекс. Да, что-то говно какое-то. Я просто... Правда, вот, Кекс, по деньгам. Пока что такое себе. Пока что такое себе. Есть одна медузятня. Ну и какашки с золотом разбросаны по карте. Но больше особо ничего и нету. Так, магистр тут стоит, значит. Вот, я вот только не знаю, смогу ли я взять вообще на 1-1-2 нычку бегемотов. Там сколько? 1-3 будет? Ой, точнее 3. Сколько? Не, на 1-1-2 ты не сможешь. Почему нет? Тебе нечем просто. В смысле нечем? У меня все здорово вообще. Ты шо, 55-53 грейджинных гоблина, ты шо? Хоп-хоп-хоп. Гоб-гоблина. Ну и чего они сделают?
Не, Андрей, типа... Гоб-гоблины. Орки, давай. Орки есть. Гоги. 11 орков. 7 гог. Вульфрайдер еще. Это не то, что ты хочешь видеть, когда берешь нычку. Ну а что, мне птиц ждать, что ли? Ну, в смысле ждать? Ну ты не можешь. Ну, это волков могу еще взять с собой в тусовочку. Как ты видишь себе бой? Типа подходят три чудика, а ты такой бах. 50. Ну как, ответочку сбиваешь? Вот смотри, они такие подходят, да? Я подставляю юнита, значит, они врываются так, кто мне надо. Бьют хорошо. Вот, бьют. И ты такой бах им там 40 урона. У меня свейта, значит, бахают ребятки. Ага. Хоп, минус один чудик. А дальше уже там битва пошла не на жизнь, а на смерть. А как ты? Я буду размениваться, кексы, они будут это самое. Смотри. Отдадут мне одного чудика хотя бы. Советник, короче, по боям не рекомендую. Советник по боям. Чудика все равно не забуду. Кекс, ну я же очень в мили сильно буду бить. У меня даже импы будут урон наносить им. Хотя, че я тебя слушаю? Кекс, у меня еще и баллисты есть. Давай, давай. Тебе говорил, баллисты есть? Дачи. Кекс, баллиста по четвертой атакой. А, нормально? Ладно, я сейчас еще, значит, беру себе левелап тут. Значит, а если не получается... Ну, просто скелетиков убью там, не знаю, посмотрим. Хотя, что-то вот мне кекс немножко сейчас задизморалил, честно говоря. Прям даже не знаю. Да не, бери, Андрей, ты кекс, вообще сейчас... перестань, кекс. Кекс. Кекс, перестань, пожалуйста. У меня тоже вон колечко жизни лежит без охраны. Так, заглючило, да. Стратежно не по дороге бегу, это все. Надо быстрее в центр побегать, там поди книги лежат. Читать, да. Читать книги будешь? Так, и валесочка в другую сторону. Это собирай, забирай. Все, вот сюда вот. Валесочка, ага, здесь армия. Армия врагов, вражины. Моральфлюс один. Ну вот я кекс даже не знаю. Ну блин, возьму, не возьму. Я не знаю, я типа. Я бы, знаешь, на твоем месте, типа, нашел ресурсов, отстроил бы сам медведя и с медведем порал бы. Ты шо, это, блядь, ждать сколько? Сколько? На третьем ходу медведь ставится. Хотя я если вот ты могу, апал гоблинов, в принципе, это хотя. Не-не-не, ебать, тоже не возьмешь, будет неприятно. Типа, не, да че ты дезморалишь, кекс? Ладно, ты возьмешь, Андрей. Вот, другое дело совсем. Ты возьмешь за счет. Кекс, ну. Кекс. Вырвалось, блин. Кекс. Я же хочу поиграть, понимаешь? Я же ради нас обоих стараюсь. Ладно, я тебе поверю. Не пойду сейчас никуда. Потом скажешь, что я... Скажу просто, и ты из-за своих личных целей запретил блин, мне брать... Блин, а ты помнишь, я на 1-1, что-то где-то 5 пытался нычку птиц взял, взять и не взял, блин. А ты хочешь на 1-1-2 взять чудик, что за бред? Ну, потому что я-то не такой анскилл, как ты. Ладно, бери, давай, давай. Да, блядь, и возьму. Давай, сделай сейф, Андрей, у нас один сейф есть, в чем проблема? Возьми, сделай. Я уже ушел оттуда, кекс. Так, ладно. Идол удачи мне понадобится для того, чтобы убить гнолей с лизардменами. Так, а ты? А ты что будешь делать? Ты? Лесопилку, что ли, брать? Не, давай-ка ты подальше иди, раз уж ты вышел вперед всех, вперед планеты всей. Вон еще вот тут, вот этого товарища. Мистицизм! Хорош, хорош! То, что нужно. Так, этих какашек хватает? Уже вроде хватает. Значит, можно туда побежать. Сюда. Тоже. Сюда что-то мало народу бежит. Надо, наверное, сюда идти мне. Тут у меня уже закрыт, уже один хер. Экселичка мне, Андрей, больше сюда нравится. Чувствуется, что вообще небо и земля, то, что мы играли. Обычно я на первый день там уже угол стою и думаю, ага. Так. Пронеси вот сюда. Это можешь взять, раз на дороге валяется. И все, сейчас пробиваем ГО и... Выход. 1-1-3, кекс. Обещал 1-1-1, но темп потерял вначале. Так, а тем временем битва на Скарлатере. Кто болеешь, Андрей? В смысле? Я болею, конечно же, за Рак Скис. Согласен. Я тоже
Им очень нужна эта победа. У них, смотри, что у них есть. У них есть Кентавр, Дазл, Абадон, Луна. Не, реально, им нужна победа. Хотя, знаешь, после того, как Нави закинули ПРом, по-моему, Нави сейчас тоже нужна победа. А, но Нави, по-моему, играли с Empire, играли с сильными коллективами, а у Роксов еще Cloud9 и Empire, как бы, поэтому Роксам ну, все-таки гораздо нет, больше. Там, ну, по сути своей, Роксы сейчас, да, у них там очень три сильных будет соперника, но что-то им хотя бы надо отжать. Так, ладно, короче, беру я, получается, сейчас... На 1-1-3, конечно, поздно получается брать вторичку, но зато это болото. На нем я потом загрыжу уток, соответственно, после выхода. После выхода на мид, когда возьму телепорт, себе уже все говно. Загрыжу, значит, уток. У меня будут очень много, примерно 80, скорее всего, грейженных уток. Бать колотить у меня золото. Под крэк-хаком. Все будет здорово. Под крэк-хаком с баллистой, напомню вам, ребят, с баллистой. Крэк-хак. Да. Учим английский вместе с Андреем, крэк-хак. А чё тебе не нравится, блядь? Крэк-хак не нравится. Крэк-хак. Крэк-хак это с гогами. Вот у меня гоги есть. Гоги левела. То бы он сейчас у меня бегал бы вообще. Туда-сюда, там все у вас. Оп-оп-оп, чик-чик-чик. Так, ладно. Передаю, беру, отдаю. Иду дальше. Значит, здесь потом этот товарищ собирает все это добро. 5-9 ифритов султанов. Я, по-моему, не буду брать. Что-то еще султаны, ну их нахер вообще. Пожалуй, пускай это кольцо все лежит и лежит. Хотя, с другой стороны, у меня тут уже есть одно колечко. Если у меня еще потом я найду себе красненькую штуку, я сделаю сет. Я сделаю сет. Буду собирать лайки и выпущу его в доту. Вот. Значит. Отличный план. Спасибо. Так, еще вот мне надо лесопилку было взять, я что-то ее проигнорил, хотя леса, ебаный рот, а мне леса действительно так себе. А, ну на Cliff Nest не нужен лес, поэтому тут сыграло на меня, так что в принципе за два хода-то я точно лес найду где-то. Как минимум вот он здесь есть, вот он здесь, как раз за два хода этот товарищ подберется к этому лесу. О, тут еще трежер-чест я вот забыл взять, запамятовал. Так, ну и тут подруга добегает сюда. Тут тоже, судя по всему, есть замок. Надо уже будет вывести какого-то героя в цепочку сюда поставить. Возможно, это будет сам крэк-хак. Сам крэк-хак станет цепочкой, всего лишь жалкой цепочкой. Поведет он себя как лошок, но... А что делать? Главное, чтобы команда выбрала. Кстати, у Нави... Лолю-лолю. Вот. Не, Растик это очень сильный герой в последнее время, чтобы даже не смешно стало. А вроде ничего ж не меняли, чем остался. Брать начали просто. А? Чё же, его ж ничего не меняли, чё он? Просто вспомнили, что ли, они? Ну, блин, меняли, не меняли. По-моему, что-то ему изменили, если не ошибаюсь. Кулдаун вардов, что ли, или что-то такое. Ну, вообще, да, по большому счету просто вспомнили, что есть такой персонаж, который... Просто на 6-м левеле убивает в соло тавр, причем очень быстро. Артурка помидорчик пишет Дэнди, Артур пишет грустный смайлик в чат. Так, ладно, золотишко есть, Сирс Хат. Не знаю, что в нем, поэтому не брал, там ни хрена нету что-то. Какой-то квест, что ли, артефакт какой-то принести, никогда мне это не получалось, поэтому ну его нахрен. Вагонов так много, у меня кекс пустых лежит, 4 штуки здесь. Я думаю, а, вот пятый еще. Ну, блин, это надо учесть, на самом деле, когда ты анализируешь свой расклад. 5 вагонов он у меня есть. Сломанных вагонов. Так, медузнять... А, стоп, 6. 6 вагонов. Кекс, если я соберу все вагоны, я уже смогу, скорее всего, идти ГО пробивать. Так, глазики. Ну, глазиков без тактики. Хотя, что, у меня есть гоги. Пойду в атаку с гогами. Глазики будут в гогов бить, а у меня хоб-гоблины подбегут и глазики убьют. Из тюрьмы как раз достану героя, который, кстати говоря, и будет цепочкой. Я такой вот, допустим, даже в этом ходу, например, добегаю манером. Стоп.
Только тут героя нету, чтобы передать орков. Да. Блин, а почему хобгоблины такие быстрые? У них скорость 7, они же все-таки какие-то маленькие карлики, которые бегают своими коротенькими ножками, но бегают очень быстро. Кстати, а есть же герой со специальностью хобгоблинов, правильно? Кекс. Кекс, ответьте, пожалуйста. Кекс. Кекс, не молчи, я прошу тебя, Кекс. Так, ладно, хер с ним, с Кексом. Ты вообще здесь? Ты хоть ходишь? Ты не ливнул? Ладно. Кекс отошел. Вот, ну значит, что, я сейчас иду, беру себе вот этот вот домик. Вот этот домик потом. Там еще, скорее всего, домик будет. Я его тоже беру. Вот, потом Крэгом даже можно будет где-то здесь разбиться. Хотя, в принципе, можно Крэгом сейчас просто побегать, сундучки всякие пооткрывать, экспириенс получить немного. Вот, потом разбиться и брить. Раз. Раз, все, тебя слышно. Что-то не слышно было, не знаю. Что-то в Голосяндр. Так, вагон. Лесопилка. Да, вот эта хрень с орками. Магии есть, магии нету. Так, ну и ладно, значит, ты, парень, докуда добегаешь? Вот ровно до сюда. Даже, походу, он не успеет, не сможет открыть тюрьму. Ну ладно, значит, на следующий ход, в принципе, ничего страшного. Так, а ты сюда. Ты даже до тут не успеешь, так что, наверное, нужно сделать вот так вот. Тут так. Вот так, так. Леска. Удачи в бою тебе. Блин, автобой не поставил, а мог бы. Бах. 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 Бались, а? Скоты. Что-то мучу такую редкостную хрень какую-то. В принципе, как всегда, поэтому ничего страшного, наверное, нету в этом. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Захватит здесь у нас почти ничего. Ализардмены. Гнолы. Так, теперь. Кекс. С помощью скилла, мастерства, характера. Вот и крови. Да. А ты что думал, тебе будет все просто так даваться легко? Да? Не, Кекс. У меня тут забавная история складывается, что у меня мораль, короче, у юнитов будет где-то на уровне 5. Сейчас. Забавная история складывается, действительно. Мораль 5, удача 3. О, так у меня, кстати говоря, крэк бегает, только вот 10-19 глаз. Ну, я думаю, блин, птички-то зарубят. Крэк-хак? Да, под крэк-хагом. Кекс, птички осилит, как думаешь? Хотя что, я могу еще тут довести немножко армии на всякий случай. Так, ладно, как минимум мне нужно обязательно свиток этот поиметь. Ну и ладно, вот этих вот гох я, пожалуй, возьму с собой тоже на всякий случай. Так, ну и вагон. Вагон страной не обойду. Вагоны это, блядь, не то, что ты хочешь упустить. Так, Кекс. Ладно, поехали. Ребят, я шутил. Ребят.
Кекса, чего их так много, блядь? 17 штук. Да кого этих? Глаз. А, глаз. Не знаю. Ага. Ага. Так, ребята, все в бой. 37, 48, 20. Скажу, братишка. Жаль. Я серьезно был настроен. Сижу, планирую тут как ходить, чтобы не упасть в грязь лицом. Ну или куда-то там упал сейчас. Я, да, упал. Ну я пока не упал, но я, Кекс, очень уверенно падаю на данный момент. Я Мэнеси нормально на рандоме. Очень даже неплохого. Так, 46. Ну это они впитают. Хотя... Вот эти ребятки меня не убьют. По идее не должны. По идее не должны. Значит, а что касается вот этих вот, было бы неприятно, если они сейчас начали бы атаковать, хотя птичка пока еще впитает, но мили пеналти, но это, конечно, бред собачий. Ладно, надо вот так вот, по-моему, делать. О, моралька, это я люблю.